Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Ирина Чернявская, и сегодня хочу поделиться с вами своими покупочками 14-го каталога. Что же я себе прикупила? Начну с самого важного. Ну, во-первых, у нас сейчас появилось такое вот потрясное средство 2 в 1. Здесь такая сыворотка. Честно говоря, первый раз еще не пробовала, только вот открыла. Она двухфазная. Сначала мы используем вот это, вот берем вот такой вот тюбичек, вскрываем его и наносим на кожу лица. Затем через 10 минут, вот здесь очень важно, что не передержать. Через 10 минут мы берем тюбик под номером 2. Наносим его на ватный тампон и смываем то, что мы нанесли с первого тюбика. Вот эта вот масочка такая пилинговая, она на 4 недели, видите, на месяц. Пользоваться постоянно ею нельзя. Это как уход за лицом в салонных условиях, но это можно делать дома. Очень интересно, очень удобно. И я очень рада, что у нас такая возможность появилась ухаживать за своим лицом, быть красивой, не ходить в салон, а заниматься этим дома. Следующее. Тоже хочу вам рассказать о покупочке. Я купила вот такие вот тени Giordani Gold, запеченные. Смотрите, как интересно. Видите, вот я открываю эти тени, а вот здесь внутри, прям в самой коробочке, спонжик для нанесения теней. Видите, вот так вот все интересно сделано. Сейчас я достану. Вот видите, вот он такой. И сами тени. Посмотрите, какая прелесть. Вот они такие с блеском, с перламутром. Будут смотреться, наверное, просто великолепно. Я сейчас даже попробую. Нанесу их. Ой, они на самом деле очень нежные. И, кстати, хочу сказать по поводу этих теней, что их можно наносить как и на сухую, так и на влажную. Если вы смочите спонжик и будете наносить эти тени, то они будут более выразительны у вас на глазах. Смотрите, как интересно сделано. Так, дальше. Ну, если уж мы начали разговор о декоративной косметике, то хочу обратить ваше внимание вот на эти туши 5 в 1. Если вы хотите, чтобы ваши реснички были, ну, грубо говоря, как у коровы, чтобы как крылья бабочки, да, то это вот эта тушь. Она придает объем, она подкручивает реснички. В общем, ухаживает за ними, и вы получаете такой потрясающий эффект. Дальше. Есть в нашем каталоге, вот я, кстати, в том каталоге брала этот бальзамчик, и в этом каталоге решила снова его взять. Это такая удивительная штука, бальзам для губ. Он дает на губах такой легкий эффект под цвет ваших губ. Посмотрите, на самом деле он синий. И когда я увидела его первый раз, думаю, боже мой, как же он будет смотреться на губах. На губах он смотрится великолепно. Он очень хорошо смягчает губки. И цвет губ не синий, как у бальзама, а цвет губ становится нежный розовый. Дальше. Ну, обязательно вот такие вот зубные щеточки разного цвета, чтобы в ванной комнате не путаться, у кого какая зубная щетка. Она для среднего эффекта, средний эффект у нее, можно пользоваться с удовольствием, и чтобы ваши зубки всегда были в прекрасном состоянии. Что же еще я купила себе? Вот такая вот маска для волос. Видите, такие вот небольшие, это масло. Если у вас очень сухие волосы, если они у вас вьются, а вообще по сути вьющиеся волосы, они на самом деле сухие. Так вот эта масочка очень хорошо вам поможет.
это масло. Прям сначала нагреваете его в теплую водичку, потом снимаете вот эту вот сверху вот эту вот коронку и наносите масло на руки и на волосы. Ваши волосы очень хорошо питают, вообще шикарная маска, я от нее в восторге. Дальше, вот такой вот женский аромат, женский, цветочный, нежный. Если вы предпочитаете цветочные ароматы, то вот этот аромат вам очень хорошо подойдет. И, естественно, мужской аромат, он у нас появился в том каталоге. Но его надо было попробовать, он такой, с одной стороны, и свежий, и в то же время в этом свежем аромате чувствуется такая вот мужская хорошая нотка мужчины, уверенного в себе, сильного мужчины. И попробовав этот аромат, я не могла удержаться, чтобы его не купить. И я купила этот аромат, но мы знаем, что многие говорят, что а зачем мужчине косметика? Ну, конечно, косметика мужчине не нужна, но мужчина пользуется ароматом, потому что мужчина хочет вкусно пахнуть, и любой мужчина броется. Ну, есть редко мужчины, которые не броются, а в основном мужчина броится. Он всегда хочет поддерживать свою бородку в хорошем состоянии, чтобы она была красивой. Вот, и вот такой вот гель для бритья. Кто-то предпочитает пенку, кто-то предпочитает гель для бритья. Дальше. Наши витаминки. Я всегда их покупаю, всегда о них рассказываю. Вообще готова этим витаминам петь дифирамбы, потому что это, ну, честно скажу, самая необходимая вещь, которая нам нужна. Потому что мы хотим быть красивыми, мы хотим быть здоровыми, а они дают нам и здоровье, они дают нам энергию, и они дают нам красоту изнутри. А что для женщины и для мужчины может быть важно? Это, конечно же, здоровье, красота и энергия. Вот поэтому я пью эти витаминки, тем более сейчас осенью они просто необходимы. Дальше. Вы знаете, у нас в каталоге вышла новая серия по уходу за телом, за волосами. Это семейная серия. Серия для всех, для мужчин, для женщин, для детей. И хочу с вами ею поделиться. Это вот такое вот молочко. Это крем для душа. Крем для душа с молочком. Оно сразу же, как только вы моетесь, оно сразу же питает вашу кожу. А мы все с вами знаем, что осенью наша кожа начинает шелушиться. Так вот, если у вас очень сухая кожа, вот это гель для душа, не гель для душа, крем для душа вам. Дальше. Два в одном, шампунь с кондиционером сразу же и смывает вашу, очищает ваши волосы и питает их. Это вот у нас наборчик был, да, и плюс в этот набор у нас еще входил вот такая вот шикарная мочалочка. Если на эту мочалку нанести даже капельку крема или геля, она очень хорошо пенится. А я вообще люблю, чтобы пены было очень много. Когда ты моешься, чтобы было много пены. Так вот, эта мочалочка, если вы любите пену, она вам в этом очень хорошо поможет. Вот такой вот кусочек мыла. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что вот это мыло, оно и для рук, и для лица. Потому что здесь находится крем. Это миндаль, молочко миндальное, молочко кокосовое, все вместе очень питает и увлажняет нашу кожу. Это входило в наборчик, но дополнительно к набору я еще купила жидкое мыло для рук. Это вещь, которая просто необходима, я всегда ей пользуюсь и очень люблю жидкое мыло. Вот такой вот лосьон для тела и для рук, и есть отдельно вот такой вот тоже крем, здесь лосьон, здесь крем. Я хочу сейчас тут же его испробовать, нанести на руки, чтобы почувствовать и сам аромат. Ой, а знаете, аромат такой приятный, пахнет и кокосом, и пахнет сразу же миндалем. Такой вот ореховый, приятный и очень нежный. Вот что мне нравится в наших ароматах, что они нежные, ненавязчивые и
не бросается сразу в нос, вот ты не чувствуешь этого так резко. Ой, а ручки становятся такие нежные, мягкие. Боже мой, как мне понравилась эта серия. Вы знаете, я думаю, если вы начнете ее использовать, она будет нравиться всем. Вот точно, эта серия и для женщин, и для мужчин, вот полностью для всей семьи. И деткам она тоже понравится, потому что руки становятся очень нежные, мягкие. И хочу сказать, крем впитывается. Очень хорошо впитывается и очень хорошо питает руки. Супер, ставлю прям, ну, 10 баллов за эту серию. Что еще я себе купила? Вот такая вот подводочка. Кто любит подводки для глаз, кто хочет и любит выделять свои глазки, вот она вам всегда пригодится. И еще об одной вещи хочу сказать. Вот такие вот влажные салфетки. Это салфеточки для интимной гигиены. Вообще я их использую всегда и для интимной гигиены, и руки протереть, вообще во всех случаях. Пользуюсь всегда. Они мне очень нравятся тем, что здесь есть молочная сыворотка, никакого раздражения нету. На самом деле салфеточки сами по себе по размеру большие. Очень удобно, и, ну, всегда хочется в любой ситуации чувствовать себя свежей, бодрой, и ты на 100% будешь уверен, что чистый будешь всегда тоже. Это все мои покупки. Кстати, хочу обратить ваше внимание на наш 14-й каталог, потому что у нас там есть медали. И если вы будете покупать определенные продукты, то потом эти медали можете на продукты обменять. И можете обменять их на подарки для своих родных, близких и для себя любимого. Поэтому ставьте лайки, заходите ко мне на блог, и рада буду с вами встретиться в следующем моем видео. Всего доброго!